Медики Бобруйской станции скорой неотложной медпомощи пока еще привыкают к новым автомобилям. Производитель «Маскупава». Микроавтобус создан на базе отечественного шасси Минского автомобильного завода. Спроектирован совместно со специалистами системы здравоохранения и оснащен оборудованием с учетом требований Минздрава. В настоящее время машина проходит регистрацию в ГАИ. Как только мы оформим все документы, на этих машинах будут работать бригады интенсивной терапии. Мы участвуем в программе ускоренного развития городов с населением 80 тысяч и более. По этой программе в 2023 году мы получим 2 автомобиля скорой медицинской помощи и 2 в 2024. Машины удобной высоты, чтобы можно было работать в полный рост. Внутри скорого микроавтобуса есть все для оказания помощи. Например, весь левый борт салона занимает вместительный стеллаж с многочисленными отсеками для хранения и транспортировки медизделий. Есть розетки на 12 и 220 вольт для подключения необходимого оборудования. Плюс отдельный отсек с 2 кислородными баллонами по 10 литров. Предусмотрен и выдвижной механизм для упрощенной замены. С центральной части кузова приемное устройство с тележкой-каталкой. Она способна выдержать вес 160 килограммов. Плюс установлены 3 кресла, 2 из которых поворотные. Подлокотники и сиденья при необходимости можно сложить. В комплектацию входит рентген-негативный щит носилки и эвакуационное кресло с системой спуска по ступеням для транспортировки пациентов по лестницам. Полезный бонус – отделка стенок и потолка салона. Для этого использовали специальную эко-кожу, которая легко очищается любым моющим средством. Установлены светодиодные лампочки, а штатный люк заменен на стеклянные для естественной освещенности и вентиляции. Мы видим внимание нашего государства к системе здравоохранения, особенно видим то, что нам ближе это внимание к здравоохранению нашего города, к скорой помощи. Мы получаем новые автомобили, пользуемся новым оборудованием. Это очень приятно. Пол, потолок, боковые панели и двери дополнительно вибро-, термо- и звукоизолированы. В перегородке с медотсеком сделано окно с движной форточкой. Его конструкция гарантирует, что ни запахи, ни шум из кабины в салон проникнуть не смогут. Позаботились и о комфорте водителя. Кондиционер, парктроник, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо и полный электропакет. Спинка регулируется? Да. Вот, хорошо. Рукоять. А это у нас что, компрессор какой-то? Да, это пневмоподвеска заднего моста. Как поднимать, так и опускать можно. Замечательно, очень удобно. Благодаря дополнительной аккумуляторной батарее и возможности подключения внешнего источника питания, медицинский салон полностью автономный и не зависит от работы двигателя. Бобруйск, к слову, стал первым городом, которому передали современную скорую в рамках программы. Всего учреждения здравоохранения страны получат 22 машины. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.